Сейчас мы продемонстрируем курс послушания. То есть это начальный курс дрессировки с сильнейшими раздражителями, с нашими фотомоделями, котиками. Порода у нас Сенбернар, девочка, кличка Баста. Возраст собаки 9 месяцев. На первом этапе заведите такой подсумочек, и все команды обязательно подкрепляем лакомство. Лакомство служит поощрением собаки за правильно выполненную команду. Сегодня мы прорабатываем сильнейшими раздражителями, как я уже говорил, с нашими котами. Это наша фишка. То есть прорабатываем у собаки выдержку железа. Гуляй. Ко мне. По команде ко мне собака должна подбежать и сесть напротив вас. Хорошо ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Гуляй. По команде гуляй, собака должна гулять. Ко мне. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Хорошо ко мне. Рядом. Хорошо рядом. Рядом. Хорошо рядом. Хорошо. Рядом. Хорошо рядом. Рядом. Хорошо рядом. На первом этапе отработайте команду рядом. Команда рядом дисциплинирует собаку. По команде рядом собака должна находиться с левой стороны. При остановке сесть с левой стороны. Команда рядом подается. При начале движения, поворотах, остановках, разворотах подается команда рядом. То есть недельку-две поводите собаку на поводочке и отработайте команду рядом. Потом будете включать все поэтапно остальные команды. Хорошо, рядом. 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 Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Сидеть. По команде сидеть, собака должна сидеть. Выдержку со временем будем увеличивать. На первом этапе обязательно все команды подкрепляем лакомство. Подходим и хвалим собаку. Хорошо сидеть. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Лежать. Хорошо лежать. По команде лежать собака должна лежать. Выдержку также со временем будем увеличивать. Существует три вида поощрения. Первое – это челакомство, оглаживание команды «хорошо». На первом этапе применяем три вида поощрения. Подходим и хвалим собаку. Хорошо лежать. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Команду места мы фиксируем на поводочке. Чем отличается команда места от сидеть или лежать или стоять? Более длительный интервал по выдержке. Собака может принять любое положение, сидя, лежа, стоя, но не отходить от поводочка. Подходим и хвалим собаку. Хорошо, место. Повторили команду, огладили, дали лакомство. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. На первом этапе занятия нужно проводить не реже 2 раз в неделю в утренние вечерние часы до кормления. Желательно на первом этапе в уединенных местах, без посторонних раздражителей, чтобы войти с собакой один на один контакт. Сегодня мы прорабатываем сильнейшими раздражителями с котами, это то есть наша фишка. На первом этапе отработайте команду рядом, потом будете включать все остальные поэтапно команды. Хорошо. Хорошо, баста. Рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Хорошо, рядом. Рядом. Место. Ну, на этом мы будем заканчивать свою съемку. Свою работу баста окончила.